Союз журналистов России в январе следующего года отмечает свой вековой юбилей. Сегодня Тувинское региональное отделение Союза дало старт празднованию столетия с чествования ветерана тувинской журналистики. Торжественное мероприятие провела заместитель председателя Союза и хранительница полиэтнической библиотеки Союза журналистов Тувы Надежда Антуфьева. Екатерина Танова вступила в Союз журналистов СССР в феврале 1962 года. Человек с интересной судьбой, которая большую часть своей жизни посвятила тувинской журналистике. Более того, она ветеран с самым большим на сегодня стажем в Союзе журналистов Тувы – 55 лет. Сегодня поздравить ветерана тувинской журналистики в региональном отделении Союза собрались коллеги, ветераны и молодые представители средств массовой информации. Так как Екатерина Тук-Тук-Оловна была отмечена почетным знаком Союза журналистов России за заслуги перед профессиональным сообществом. Это ваш знак. Первой в республике международную пресс-карту нового образца, прибывшую из Брюсселя, штаб-квартиры Международной федерации журналистов, получила нынешний председатель Союза журналистов Тувы Эльвира Лифанова. Кроме того, почетными грамотами Союза журналистов России были отмечены активисты регионального союза Лидия Иргит и Юлия Манчинол. Особая честь выпала и молодым членам, вступившим в этом году. Они получили свои билеты из рук ветеранов тувинской журналистики Екатерины Тановой и Каракуске Чоду. Членский билет Союза вручает наша Бакшкы Екатерина Тук-Тук-Оловна Танова. В честь столетнего юбилея Российского союза журналистов региональное отделение объявило конкурс «Агальматолитовое перо» по теме «Журналистика. Наша судьба». Мы решили вперед всей России открыть 2018 год столетия Союза журналистов страны. Потому что мы журналисты, вы журналисты, много говорите, пишете, снимаете о событиях, о разных людях, происшествиях, а о себе говорите очень мало. И вот этот год, пусть он будет годом, когда журналисты смогут рассказать о друг друге, о ветеранах, ну и в конце концов о себе в том числе, и о нашем союзе, потому что это общественная организация, которая объединяет всех журналистов. Героями конкурсных работ станут те люди, которые затрагивают острые вопросы, приходят на помощь, но о которых меньше всего говорится – сами журналисты. Ведь журналист – это своеобразный проводник, доносящий собранную проверенную информацию до общества, а также человек, который своими работами не просто доносит свои мысли до сознания людей, но и заставляет их задуматься о существенности поднятой проблемы.